17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета СССР в ходе обсуждения вопроса о союзном договоре депутат Владислав Ардзинба в своем выступлении заявил, что Абхазия избрала свой путь еще 25 августа 1990 года и что союзный договор она будет подписывать на правах суверенной республики. Конец цитаты. 17 ноября 2008 года для создания российской военной базы парламент Абхазии принял решение о предоставлении Министерству обороны Российской Федерации земельного участка в Гудаутском районе. 17 ноября 2011 года в Сухуми открылся третий российско-абхазский деловой форум «Абхазия-2011» к формированию стратегии экономического развития республики на основе сотрудничества с российскими регионами. 17 ноября 1931 года родился Аслан Джикерба, заслуженный экономист Абхазской АССР и Грузинской ССР, выпускник Московского инженерно-экономического института. Работал начальником отдела финансов Минфина Абхазской АССР. Около 20 лет был заместителем министра финансов. В период грузино-абхазской войны исполнял обязанности министра финансов. С марта 1994 года был начальником налоговой инспекции города Сухум, затем заместителем начальника налоговой службы республики. 17 ноября 1946 года родился Анзор Мукба, заслуженный артист Абхазии, драматург, прозаик. Окончил Тбилисский театральный институт. Работал актером Абхазского государственного драматического театра. Его исторические драмы «В солнечное затмение» и «Когда все двери открыты» пьеса «Аламос» шли на абхазской сцене. В разные годы Мукба работал заведующим литературной частью Абхазского театра, директором и художественным руководителем Сухумского русского драматического театра юного зрителя. В качестве актера им сыграны следующие роли на сцене Абхазского театра: Качкарев в «Женитьбе Гоголя», Дон Карлос в «Дон Карлосе» Шекспира, Лаша и Налпа в «Лучах далекого солнца» и других. Мукба – автор повестей «Мгудз Хасан», «Гуашаней» и других рассказов, пьес «В солнечное затмение», «Волшебное копье». Был редактором журнала «Амцепс», председателем Государственного комитета по репатриации. С 2011 года Анзор Мукба – председатель Союза писателей Абхазии.